Подведены выники конкурсу «Маленькие гамельчане 2018». Уладальниками титула стали София Ткач и Матвей Шилец. Наши корреспонденты назирали за финалом дитячего конкурсу артистизму и грации. «Маленькие гамельчане» – это целое шоу с выставой рамесницких выробов и показом эксклюзивного одения. Сёлета конкурс дитячего артистичного майстерства и грации проходил у 11 раз, а тому у организаторов достатково великий опыт. Унесено изменение всего одно, але оно мае принциповое значение. Заліковые баллы маленькие удельники почали набирать еще на этапе подрыхтовки. Интеллектуальные и актерские здольности конкурсантов оценивали подчас амаль двухмесячных тренировок и репетиций. Непосредственно подчас финалу визит картка, тематичное дефиле и выход у костюмах, пошитых с допомогой батьков. Я долго трудилась, помогала родителям делать костюм, помогала делать все, чтобы быть лучше всех. Узрост конкурсантов от 8 до 11 годов. Традиционный выбор переможцы проходил у двух номинациях – «Мисс Гамельчанка» и «Мистер Гамельчанин». Хоть у вогуле без узнагород не застается никто. А проча основных для маленьких леди и джентльменов организаторы предугледзили еще 15 заохвочвальных номинаций. После завершения конкурса его удельники признаются – это был нелегкий марафон, але вельми цікавый. До речи, некоторые из них уже зараз плануют принять удел у спаборництвах, которые отбудутся у наступном годе. А покуль можно подвести выники и от Для вас фильм красивый, яркий, а для меня он был жаркий. На 7 кг я похудел, не пил почти, не спал, не ел. Три волоска седых нашел, но дальше все равно пошел. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».